объявляется открытым. Что сделано за 4 года реформ? Во-первых, предотвращен распад России, остановлен надвигавшийся хаос, развеян призрак гражданской войны. Во-вторых, заложены конституционные основы правового российского государства, которые обеспечивают важнейшие свободы и права граждан. В-четвертых, заложены основы рыночной экономики. Мы прошли немалую часть пути к нормальной рыночной экономике. Но если не обеспечим социальные и экономические права людей, если начнется политическая нестабильность, все может быть утрачено, и мы будем отброшены назад. Говорю об этом прежде всего потому, многое будет зависеть от того, как пройдут выборы в июне 96 года. Это предельно ответственный момент в нашей истории. Мы должны провести их достойно, не допустить срывов. Сумеем сохранить политическую стабильность, решим задачи нынешнего, последнего этапа переходного периода. Его итогом станет выход страны на траекторию устойчивого экономического развития. Налоговый кодекс ждет завершения своего законодательного оформления судебной системы. Мы готовы к переговорам с любыми политическими силами, заинтересованным в установлении мира в Чечне. Но мы не намерены вступать в сделку с бандитами, да к тому же за спиной законного правительства Чечни. Мы готовы к компромиссам в вопросе о статусе Чечни в составе России, но не ущерб безопасности ее граждан.